Ad oggi, darci una pista, no? Osservate la foto e leggete. Zabludaite za fotografie. Ne bludaite za fotografie. I citaite. La fotografica crassi est opus, Dievushka spanem ani kupajutsa. Allora, когда мы рассказываем о том, что есть изображено на фотографиях, не обязательно, но чаще всего используем имперфекто, согласно какой логике? Момент, когда я шокнул, длилось короче, чем все, что происходило в тот момент. Как раз. Читаем. In questa foto ero al mare con Francesco, il mio ragazzo. Eravamo in Corsica per una breve vacanza. Facevamo il bagno e giocavamo con l'acqua. Eravamo molto felici. Bene, per adesso. A queste fotografie я была на море с Франческо, моим парнем. Sì. Были на Корсике. На? На хорош. Бреве значит краткий. Короткий. Это краткий. Ясно. В кратком отпуске. Sì. Мы плавали, купались, играли в воде. С водой, дословно. Да, не надо с водой как-то по-дикому. В воде. Были очень счастливы. Бе. Мы на самом деле здесь это по-дикому, Очень шутливо. А что, это прям так и говорится? Sì, giocare con l'acqua. Allora, это разные вещи. Giocare nell'acqua e giocare con l'acqua, это разные вещи. А, это когда брызгаешь. Именно. Вот почему говорю, это именно дико. Да. Видите, что вы здесь использовали имперфекто. Я был на море, это чистое описание. Мы были на Корсике, это чистое описание. Купались и играли с водой, это длилось дольше, чем шальчок. Мы были счастливы, описание. Поэтому требуется имперфекто. Вам надо писать следующие фотографии, используя слова, которые написаны на темном фоне. Джулиана, у тебя есть Франция, Монтанья, gli amici, neve, bel tempo, divertirsi molto, pranzo, rifugio, riposarsi. O rifugio это единственное слово, которое вам пока неизвестно. Rifugio дословно значит убежище. Здесь на горах, что имеется в виду. Таким образом на итальянском называют шале. Давай, я помогу тебе составлять приложение на русском, Получается, на эту фотографию foto, я была во Франции, во Франции, in Francia, и так произносится, Франция, Франча, Франча, in Francia, на горах, в горе. In montagna. С друзьями. Con gli amici. Bene. In questa foto ero in Francia, in montagna, con gli amici. Много сказали, а только один глагол. Ero, как хорошо. Ero in Francia, in montagna, con gli amici. Bene. Была много снега. Какой глагол надо использовать здесь?
No, fare. No, cosa fare? Fare te dire. Essere. Tocca di riecci di otta prisuzzi. Riecci di otta prisuzzi. Sniega. Con era. Riecci idiota prisuzzi. Mi sniega. Cada riecci idiota prisuzzi ni da stato ce ne sposo che la vuole essere. Ne sposo che coi mi stimioni che la vuole. Esserci. Sul tavolo c'è la bottiglia, non è la bottiglia, c'è la bottiglia. Petamo, ni era a. Pastafo mi stimienie. C'era. Noga sniega. C'era. Mnoga. Molto. Tocca saglasui prilagata. Da ženski rot. C'era molte. Molta. Molta. Sneg. Neve. C'era molta neve. Bla haroscia ya pagoda. Погода там да там да там Бог делал хорошую погоду. А здесь я как эра использую? No. Или нет, невозможно, потому что когда ставим прилагательное bello davanti перед successivo tempo, тогда надо использовать обязательно глагол fare. То есть Il tempo era bello. Non здесь не написано так. Написано bel tempo. Поэтому обязательно надо использовать fare. Делал хорошую погоду. Я. Не я, Бог. Но Бог не ставится. Facevi. Я не Бог. Бог это третий лицо. Faceva. Sì? Faceva bel tempo. Bene. Mi сильно веселились. Начни с возвратного местоимения. Эраваму. Каком эраваму? Здесь надо спрягать глагол divertirsi. Mi получили, Mi deve... No, не только я веселился. Я был с друзьями, поэтому мы веселились. Ci divertiamo. Ti sabila din slog. Divertirsi. Divertiramo. Divertivamo. Divertivamo. Ci divertivamo. Silna. Divertivamo. Sì. Molti. E tu una riece, ni prelagate. Ti divertivamo molto? Molto. Molto. Bene. Mi abiedali vubicisci. Ci. No. E te ne va srat, ne ha volla abiedat. Pranzare. Pranzava. Pranzava è da una bieda, la mia sto a dire la orme di tre. Pranzavamo, pranzavamo. Vubiecisce. Pranzavamo. V. Rifugio tu ubiecisce. V ubiecisce. In plus articolo. Cago articolo stava in per rifugio? In un rifugio? Facciamo niente. Можеш использовать неопределенный артикул. Можеш использовать определенный артикул, чтобы сказать в шале, а не в гостинице. Тогда будет nel rifugio. И так, и так. In un rifugio, nel rifugio. И так, возможно. Bene. И отдыхали. Возвратный. Sì. Ci riposavamo. Bene. Справлялись, а? Отдыхать сразу быстро ответила, да? Окей. Казалось, долго она справлялись. Va bene.
Твоя очередь, Леночка, у тебя есть аэрио. Ты в Италию едешь. Италия, группа организата, salire in aereo, emozionato. Emozionato, понятно, что значит, да? Нервозо. Primo volo. Beh. Не нервничала, пока вылетала в группе, это, конечно. Пожалуйста. На эту фотографию. In questa foto. Я садила в самолет. Брала самолет. Prendevo, брала, без прилога, артикул. Prendevo il aereo. È артикул, не будет il, потому что aereo... Un aereo, либо l'aereo. L'aereo. Beh, до Италии. Da Italia? Sì. Per s'articolo, gli articoli. Per Italia. Gli articoli, show. Per? Per l'Italia. Beh, s- chiem? Con... Articol un gruppo organizzato. Sì. In questo aereo, in questa fotografia prendevo l'aereo, liba un aereo per l'Italia con un gruppo organizzato. Mi chadili v samolyot, ma davai, я ходила в самолёт. Salivo in aereo. Была. Заволнованная. Ero emozionato. Ты женщина. Эмоционата. И нервничала. Была. Ну хорошо. Non. Non ero emozionata. Non ero emozionata. Sì. E nervosa. Perché. Non ero né emozionata. Smartiti. Ah, non ero. Né. Emozionata. E né. E né nervosa. Bene. Не была ни заволнована и ни нервничала. Нервная. Questo era non mio primo. Non era. Non era. Perché non era? Perché non era il moi? Il mio primo volo. Beh, non ero né emozionata né nervosa perché non era il mio primo volo. Vuoi canneta? Do. Ni e ne. Ударение non как era, я написал? Non ero. Non ero. Né emozionata e né nervosa. На согласовать надо, Нервоза. Эмоционата. Нервоза. Женщина говорит. Бе. Юлия. Сейчас попроще. Фамилия. Allora, sì, fare molte fotografie interessante. Beh, naeto le fotografie, io abbiavo a Florenzi. In questa foto... Io abbiavo ero. Sì, va a Florenzi. Caco è prelog di Agaradov. Da? No. No. Da e da is Florenzi. Какой предлог места нахождения, места направления для городов? Самый простой предлог. Ди. Еще проще. Она буква. А Фиренца. А Фиренца. Си. Эро а Фиренце. С кем? Фиренце. Кон. Ла мия фамилия. Си. Кон ла мия фамилия. Giusto. Bene. Я снимала, я делала много фотографий. Facevo molto. Кто? Facevo. Molto фотографии. Molti. Смотри, что написано. Fare molte fotografie. Mi molti, написано molte. Molte. Facevo? Facevo molte fotografie. Sì. E ta bile interessante. Uh,
Вот. А можно сказать мне, это было интересно? Нет? А, просто было интересно. Надо знать местоимение где это. Местоимение, личное местоимение, кроме тех, просто которые используются. Просто было интересно. Было интересно. Было интересно. Эссере, который у нас переходит в эро, да? Было это третье лицо, А эра? Си? Интересанте. Все. Эра интересанте. А у тебя цели роман? Beh, stazione Roma, il mio ragazzo, due mesi, abbracciarsi, animazza, felici, innamorati, una settimana. Na eta fotografio, ya byla na vokzali v Rime. Oh, господи, in questa foto... To? To? Era al... Ya. Ero alla stazione di Roma. Vierna. Beh, потому что когда мы определяем первое место, второе место побольше, который содержит первое, определяется посредством родительного падежа. Эро на стационе ди Рома. С кем? Con il mio ragazzo. Было два месяца, как мы не виделись. Было два месяца. Минуточку, два месяца это множественное число. Эрано. Два месяца. Due mesi, come... Che? Mini vidilis. Che? Начни с наречия три. No, начни с наречия отрицания. А, Che? Non ci veder... Vedevamo. Vedevamo. Beh, повторю. Erano due mesi che non ci vedevamo. Erano due mesi che non ci vedevamo. Beh, mi animalis? Ci abbracciavamo. Mi bili счастливими и влюбленными. Eravamo felici e innamorati. И проводили вместе неделю. No. Mi tratti in tolca dienghi per italiano, in vremia. Pravadit. Praiti ad inglagol. Andare. Passare. Passare. Passavamo. Sì. E passavamo una settimana insieme. Bene. E passavamo una settimana insieme. Ok. In questa foto я была со своим первым сыном. Первым и последним. Почему? Не надо. Может, у нее их толпа. Может, да, их там много у нее. Я была. Эро. Эро, Эро с моим первым сыном. С? No, con... Sosta non è una usina napisana. Con il mio primo figlio. Beh. Ah, il, потому что primo, да? Immen, когда мы добавляем еще одно прилагательное, здесь это числительное прилагательное, а определенный артикул ставится. Con il mio primo figlio. Bene. Я смотрела на него. По-итальянски, я смотрела его. Его. Напишу я. Ло. Начни. С этого. Ло. Ло, гвардо. Ло, гвардо, я смотрю на него. Я смотрела на него. Ой, в имперфекто. Гвардари не в настоящем времени, а в имперфекто. Правильный глагол первого спешения. Guardare, guardavo. Lo guardavo. Lo guardavo.
Я была счастлива и удовлетворена. Довольна, да, можно сказать? Sí, sí. Ero felice. Sì. E da, вообще не меняется. Прилагательное не надо менять. Однако надо произносить. Ero felice. Felice e soddisfatta. E soddisfatta. Хорошо. Fate tradi.